Шеф-редактор федерального телеканала РБК высоко оценил работу медиахолдинга РБК «Уфа». В канун Нового года Кирилл Токарев впервые посетил нашу редакцию и пообщался с коллективом. Об особенностях работы на региональном уровне гостю рассказал шеф-редактор РБК «Уфа» Кирилл Кукош. В свою очередь Кирилл Токарев отметил полное соответствие уфимской студии федеральным стандартам по техническому оснащению, уровню подачи информации, компетентности корреспондентов и в целом по качеству контента. Особо он остановился и на включениях Уфы в федеральный эфир. За время существования канала более 200 аналитиков нашего региона стали спикерами программ РБК «Москва». Разумеется, нам необходимо развивать как-то сотрудничество. Достаточно большое количество тем, которые там, в федеральной повестке, в местной повестке пересекаются. У вас большое количество интересных спикеров. Мы их регулярно, разумеется, приглашаем в свои эфиры. Напомню, в Башкортостане РБК вещает с июля 2015-го. В этом году в состав медиахолдинга вошел сайт ufa.rbc.ru. Аудитория телеканала более 4 миллионов человек. Количество уникальных посетителей сайта порядка 50 тысяч в сутки. Журналисты РБК Уфа регулярно занимают призовые места во всероссийских и республиканских профессиональных конкурсах. Так, в 2018-м мы заняли первое место в конкурсе Банка России. Также наши материалы высоко оценили в Государственном собрании Курултая Башкортостана, Республиканском агентстве по печати и СМИ, футбольном клубе «Уфа» и других ведомствах и организациях.